Здравствуйте, уважаемые зрители. Продолжаем этот ужас с крашами. Так, чё? Что нам нужно? Это не нужно. Конечно, ускорение. Вот это нам нужно. Ой. Честно говоря, я просто в шоке от этой игры. Типа, все было нормально. Почти до конца. Что тут нам осталось-то? Дикой охоты, да, и в самом конце началось как веселье. Так, на островок не пойдем, пойдемте убьем медведей. Так, медведь сюда. Так, медведей мы убили. Так, ну поехали. Это наша дикая охота. Что творят там? Надо было вместо кулачка брать это. Премонишен какой-нибудь, я не знаю. Шрабой. Пахай. Ну, кстати, неплохо получилось. Так, еще немножко дикой охоты. Мейна я совершенно напрасно подставляю под этих ублюдков. Тут довольно опасно. Да что такое-то? Да чекивается. Можно, кстати, к них каким-нибудь огненным шаром засандалить. Смотрите, что творят, а? Ну что это такое? Что вам мейн мой сделал, а? Не трогайте моего мейна. We
Так, кто тут еще остался там? Да капец эти краши. Пойдемте в домик, войдем. Тамантиновый Галим. Привет. Пояс совершенство плюс 8. Так, это для тебя. Тут осталось там.
Давайте эту еще сделаем гильзин. Пластику. Я готов. Кстати, если хоть по одному пролом защиты сработал, то типа на всех считается, что он уже есть, да? Отлично. Ну, тогда вот так сделаем. Опа. Короче, пролом защиты точно нет смысла брать на этого, на Твикстера. Так все работает. Короче. Звук глючит, игра крашится, все лагает. Ну, что за фигня? И нафиг просто. Как я забыл кинуть, да? Длительность 10 минут за уровень. Длительность 3 часа. Отлично. Так, а вот и он. Наш Бармалей. Так. Я достреливаю до него этой фигней. Стреливаю там. Зараза.
еще один Бармалей, господи. Он же сейчас квакнет. Как могу. Так, у него же иммунитет. Да? Что же, Бармаглот? Наделали много ошибок, но любовь учит нас прощать. Так, ну все, теперь последний, самый страшный бой. Давайте сначала поспим. Потом отдадим ему... Вот, да? Так, последний раунд от кастовочки. Ты чё, бредишь, что ли? Где там мой мега-жезл?
Ну опять во время титров, короче, уже. Так, ты. You require my assistance? Anyone require my counsel? So, any brilliant ideas? Я готов. А вы готовы? Короче, если бы я не зафейлил эту концовку дурацкую, все было бы нормально, да? Привет. Ну, привет. Так. Ребята, а давайте вы не будете мне мэйли, короче, бахать. Пожалуйста. Как это произошло? Так. Честно говоря, без понятия, как это произошло, я буду просто бахать. Чё он кинул там? Ну что, это конец? Давайте посмотрим. Мэйн опять где-то в заднице ходит. Как же они бахают там? Еще немножко дикой охоты. Это хрень. Вот он. Там девчонка моя пострадала.
Я не знаю, наверное, хилить ее нет смысла. Просто бахнем. Ничего себе. Этот поворот. Что это такое? Так, ну что же, сияющий король, мы наделали много ошибок, но любовь хочет нас прощать. Так, ну вот и замечательный 20-й левел подъехал. Главное вовремя. Да. Да, говорят, что все до десятки. Да-да-да. Ой. Ну, конечно, финальный акт это как бы он почти так же плох, как в гневе. Гнев, наверное, все-таки похуже. Гнев еще лагает капец, а этот просто крашится там. Ломаются скрипты, вот это вот все. Ладно. Мы прошли наконец-то эту игру. Это было нелегко, но мы справились. Всем спасибо. Пока-пока.